В бразильском городе Петрополисе число жертв сильных дождей увеличилось до 80. Ранее сообщалось о 66 погибших. Обрушившиеся на регион дожди спровоцировали многочисленные оползни, а также наводнения. 35 местных жителей числятся пропавшими без вести. Разрушены более 50 домов, свыше 370 человек вынуждены были укрыться в убежищах. Спасателям удалось извлечь из-под завалов 16 выживших. В поисковых работах заняты 400 спасателей. Спасатели, 200 полицейских, а также военные и волонтеры. Власти Петрополиса объявили траур и ввели режим ЧС. На ближайшие сутки синоптики прогнозируют осадки.